А теперь вернемся к Алоа Канаровой. Музыкальный продюсер заявила, что в данный момент не может заняться продвижением своих артистов, а именно съемками новых видео для групп Аюми и Рензо. Что случилось в Ringo World? Благо, проблема не у самого продюсерского центра. Оказывается, почти полгода Алоа Канарова не может найти достойного клипмейкера. По ее словам, в стране дефицит настоящих творческих и талантливых людей. Классных профессионалов можно перечесть на пальцах. Это Ернар Нургалиев, это Валера Задорновский, те люди, которые вот у нас уже на рынке достаточно давно работают. Когда на протяжении многих лет работаешь с одним человеком, получается некий момент такой стагнации. Почему? Потому что в любом случае тут уже и притирка произошла такая, и уже замыливание взглядов и так далее и тому подобное. Напомним, что некоторые видео для продакшна снимал Батыр Байназаров, но у него и так работы по горло. Поэтому продюсер в поиске нового человека, готового креативить и, как она отметила, без бакса в глазах. Казахстанский режиссер Медет Шаяхметов, который снимал клипы для Скриптонита Элуана и Монатика, говорит, что нередко берется за работу без бесплатно. Он сотрудничает с нашими артистами, но выборочно. На самом деле в нашей стране есть талантливые режиссеры, и операторы, и вообще в целом киношники. В нашей стране артисты не особо готовы для каких-то интересных идей. Есть момент с бюджетом, что маленькие бюджеты. В Казахстане средний бюджет 2 миллиона тенге примерно. В России, в Москве, это вот от миллиона рублей и выше, получается, но в 5 раз больше. Медет также работал при минимальном бюджете, но тот факт, что в России клипмейкер может заработать больше на 500 000, не отрицает. Ну а Алоа уже ведет переговоры с несколькими новыми ребятами. Сейчас время, наверное, удивлять и производить на свет тот продукт более концептуальный, наверное, и более глубокий, потому что народ созрел наконец до этого. В прошлом году я решила попробовать нового режиссера, к сожалению, ошиблась, вложила кучу денег, и у нас ничего не получилось, этот клип не вышел в свет. А в этот раз я, конечно, я боюсь экспериментировать, но приходится. Что ж, если все будет отлично, Ринго приступит к съемкам уже на следующей неделе. Остальные подопечные Канаровой подключатся сразу после них.